Эдуард Мичун не доверяет, по сути, нашим словам и пишет, что согласие никогда не отменит ОИК, потому что главный получатель денег – это рижская ТЭС-2, в результате которой, чего она может делать существенную скидку на тепло для Рига Силтумс. А здесь я вам скажу следующее. Мы в этом году, этим летом, смогли сэкономить 2,5 миллиона евро из-за того, что теплоэнергия, которую продавала ТЭЦ, стоила значительно дороже, чем теплоэнергия, которую мы покупали у других производителей, которые работают на альтернативных источниках энергии. Мы сэкономили 2,5 миллиона евро, не покупая теплоэнергии у ТЭЦ-2.